Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Крещение Иисуса Христа. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.